Ну вот еще одно мое очередное летнее пальто, которое я ношу без, так сказать, вместо всяких кофточек, шито без подклада. Посмотрите, какое оно. Значит, вот так воротничок можно поднять, застегнуться. Воротничок покрой рубашечный. Здесь нагрудная выточка у меня переведена. Смотрите, куда. Из горловинки, горловинка овальная, и переведена вот сюда, в горловину. Смотрите, как хорошо смотрится, в общем-то, этот акцент. Воротничок рубашечный. Я его здесь не довела до самого центра, а сделала вот на таком расстоянии. Его можно приподнять. Но так как у меня еще немножко иногда бывает талия, я делаю все-таки себе поясочки. Если вы не хотите их делать, значит, не делайте. Эти поясочки, чтобы они у меня были всегда там, где надо, я их завязываю чуть-чуть выше того места, где у меня на самом деле находится талия, да, чтобы нижнюю часть удлинить, сделать ножки чуть-чуть, немножко буквально подлиннее. Ну, вот как-то так. Посмотрю в зеркало. Да, примерно так я завязала. Вот это пальто я могу носить с этим платьем, потому что смотрите, как хорошо подходит по цвету они. А обычно я носила это пальто с брючками и с кофточкой, с топиком по кожам. Я еще раз переоденусь и сниму вам то, что я обычно ношу, как я обычно ношу вот такие вот вещи, вот такое вот пальто. Выполнено оно из хлопчатобумажного жаккарда. Это очень-очень недорогая ткань. Рукавчик сделан, посмотрите как, спущенное плечо. Вот так вот спущенное плечо вот здесь у меня, да? А здесь он может быть как рубашечный рукав, на основе рубашечного рукава построен, а может быть построен на основе рукава реглан. Кармашки сделала накладные. Форма у них вот такая вот простая форма. И вход в карман, вот он, накладные кармашки. Ну, кармашки тоже нам нужны. Немножко раскрешенные к низу. По груди прибавка 4 сантиметра, по бедрам прибавка сантиметра 3, не больше. То есть вот оно, потому что ткань легкая и жесткая, поэтому больших прибавок по бедрам я делать не хочу, для того, чтобы не увеличивать, оно будет стоять, оно не будет падать, чтобы внешний вид не увеличивался. Вот такое вот у меня пальто. Есть легкое летнее пальто, которое я вам рекомендую, которое я вам показывала сегодня в нашем эфире, что это тренд на сегодня. Пожалуйста, выполняйте себе что-то похожее, дружите со своей и будьте красивы.